Сыр местного производства в торговых сетях республики заполняет освободившиеся ниши. Так, аналоги импортной продукции на прилавках дешевле в среднем на треть. Например, знаменитый сыр с плесенью башкирские сыроделы продают в пределах 1000, в то время как оригинал обойдется минимум в 1500. Как заявили в торгово-промышленной палате на партнерском дне по сыру, республиканская продукция занимает не менее половины, а в некоторых случаях и до 80% ассортимента сыра в торговых сетях. Однако небольшим компаниям пока сложно выйти на этот рынок, несмотря на то, что существующих объемов для полноценного замещения импорта и продукции из других регионов недостаточно. Чем больше появится местных достойных производителей, тем дешевле будет товар на полке, то есть более доступно, не хочу говорить слово дешевле, да, доступнее товар будет на полке, ну, естественно, будет развиваться наше производство, потому что деньги будут оставаться внутри республики. 74% в товарообороте занимают наши башкирские сыры. Хотелось бы больше, но вот кроме Бельбеевского молочного комбината, такого крупного завода на нашей территории нет. Я надеюсь, что в любом случае какая-то часть вот этой продукции попадет на наши прилавки. Потому что на сегодняшний день в нашей сети идет направление развития именно фермерской продукции.